На ледовой арене ястребы – уверенные, стремительные, беспощадные к соперникам, дерзкие. Эти качества как нельзя лучше характеризуют 8-летних зареченских хоккеистов, победителей всероссийского турнира, посвященного Дню космонавтики. Мальчишки прошли серьезные испытания, сыграли за турнир 6 сложных матчей и в каждом одержали верх над соперниками. Не пожадничали шайбу и выиграли. А то мы, если пожадничали, ничего у нас не получилось и не заняли первое место. А что это значит «не пожадничали шайбу»? Это значит, когда мы вот выходили вот один на один, а там слева у тебя игрок или справа на пятаке. Ты отдай и в пустые забей. Сознанием дела капитан Ястребов объясняет, как удалось достичь такого результата. Вопреки желанию каждого выделиться, выйти один на один с соперником, четко выполнили установку тренера. Игра командная, значит, надо отдать шайбу тому, чья позиция выгоднее. В общем, действовали очень результативно. Забивали голы много. В 6-й год выиграли 17-0. Мы с большими счетами выиграли. Да? А ты сам голы забивал? Да. Да? Много забил голов? 13. Мы хорошо сыграли, с большим счетом, в разгром. И мне нравилось, что мы не ныли там, не ругались. Вот эта команда была. Желание играть, молодцы, да. Уже как бы не первый турнир провели. Вот уже чувствуется какой-то рисунок игры. Вот эта вот жажда борьбы, жажда гола. Вот и... Поэтому, я говорю, ребята очень здорово себя проявили. На победу настраивались, но твердой уверенности в успехе не было, признается тренер. Уж больно серьезные у мальчишек были соперники. Почти все выступают под эгидой сильных российских клубов или с малых лет занимаются в школах Олимпийского резерва. А у нас детский хоккей возрождать стали всего 4 года назад. А возможность тренироваться круглогодично появилась еще позже, после открытия Ледового дворца. И тем не менее, мальчишки оставили позади и воронежский «Буран», и тольяттинский «Волгарь», и еще 4 команды. Как ты думаешь, что вам помогло победить? Болельщики поддержали. Старались мы выиграть, подняться на высокую ступеньку. Сила, характер строгий, ум. То, что мы хорошо забивать умеем. Это первая серьезная победа на таких соревнованиях. Те, кто наблюдает за игрой мальчишек, видят, как растет их мастерство, говорят, что ястребы из Заречного еще не раз покажут свой характер. Ольга Савкина, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный».